Сегодня в Якутске произошел пожар в частном доме по улице Первая база. Загорелся первый этаж, в котором находилась автомастерская. Возгорание локализовано. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В ликвидации пожара участвует 23 человека и задействовано 5 единиц техники. Пожарные обнаружили, что из строения виден густой дым. Незамедлительно к месту возгорания были поданы стволы с водой. В результате огонь повредил дом частично. Есть погибшие, уточнили в ведомстве. При тушении пожара в частном доме, расположенном по адресу город Якутск, улица Первая база, обнаружены тела 3 человек. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которую возглавил следователь по особо важным делам следственного отдела по городу Якутску. В настоящее время на месте проводится осмотр места происшествия, устанавливаются личности погибших. Кроме того, осуществляются опросы очевидцев, а также проводятся иные неотложные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.